Погнали. Итак, начинаем. Леонардо здесь отыгрывает на трале, на заводе Вольской. У них в команде Красавчик, Вайтмей, Назиба, Гарош. Здесь у нас Зератул, Дикард, Джоанна, Сержант, Кувалда, Феникс. Кувалда. Интересно. Пики в целом более-менее адекватные. У синих нет нормального второго фронтлайна. Ну да и хрен бы с ним, посмотрим. Джоанна, в принципе, может нормально затанчить и в соло. У красных фронтлайн это второй трал, но он, конечно, должен вырываться только после Гароша. Ну давайте посмотрим, как пойдет. Так, Леонардо пока в миде стоит. Закидывают здесь Феникса, никто не поддержал. Через что качается? Через... пока не прокачал, кстати. Соло, фитнес-так. Фитнес-так. Плиз. Красно. Через Танюшу идет Леонардо. Не спрашивайте меня, почему Танюша — это локальный мем. Ну, уже два. Два стака есть. Гарош будет ставить в соло. Ну... погоди, что за хрень? Назиба должен идти в соло. Ну, Красавчик пока стоит, чё. Так, Леонардо идет наверх. Теперь на мид. Гарош наверху. Чё происходит? Так, на низ идет Феникс. Договорились в чате, что у нас будет стакать, окей. Ну, Гарош в соло, это, конечно, интересно. Господи, как он беспомощен. Еще вперед пытается выходить. Леонардо нормально тут накидал, кстати. Давайте еще раз. Как тут отыграл Леонардо? Достаточно ли он хорошо здесь все сделал? Так, он приходит сюда. Так, молния. Бей Зератула. Так, раз, два, три. Волка мимо. Ну ладно, нормально, нормально. По три повторения чего, о чем там речь? Ой-ой-ой, Красавчик! Минус. Так, Волк. Хорошо пробивает. Ну да, нормально. Ну, у него, благо, есть пример для подражания. Так, конечно, полегче, когда играешь на героя, на котором отыгрывает более опытный игрок. Да, ребят, даже... да... вчера тебе задал. В смысле, задал. Что, задал? Задал, задал. Так, ладно, Леонардо в меде стоит. Ему по КД нужно всего лишь кидать, закидывать кухан. Он идет наверх. Красавчик нанизу. Туп шалит. Перебирайтесь на Twitch, ребят, если YouTube шалит. Так, минус кувалда, хорошо. Тут Гарош нормально закинул. Зератул идет наверх. Трал, че у трала по стакам? 6. А синие долго будут стоять на... на линиях? Почему бы не прийти уже контестить? Или они не собираются? Что-то синие просто так отдают точку, они даже не пытаются контестить. Джоанна заходит, потом говорит: блин, ну ладно, моя тима меня не поддержит, ничего не буду делать. Гарош, кстати, хорошо закинул, нормально убили. Ну, красные просто стоят на точке, синие даже не пытаются нормально зайти. Так, тут еще Дикард подставился, но... ой, кувалда, а, почти на капкан, почти, чуть-чуть не хватило, обидно. Ну, синие ничего не сделают, они не заходят в пятером, Зератула вообще нет, и... это, конечно, полный отстой.
Вот, собственно, что там? Пытается еще Джоанна зайти. Все, все, все. Ну, он ее закинул, ладно. Ну, тут килл, да, все правильно. Минус Джоанна. Тут, кстати, уже хорошо играют, то есть тут уже получше, не как в предыдущем матче. Но единственное, что претензия серьезная к синей команде, это то, что они вообще не зашли на точку и не попытались законтестить. Ну ты так не говори, если в вселенных Blizzard перс анонс, которого на близконе тебя прям затригерит, я не все. Затригерит в каком смысле? Мне хотелось бы Дредлорда увидеть в первую очередь. Было бы круто. Мне бы не хотелось героев из Overwatch видеть вообще там, если честно. Так, окей. Робот-защитник есть. Трал, ну. Конечно, может сесть. Ему вообще, по идее, молнию бы лучше стакать. Но ладно, пускай. Синяя команда захватила защитника. Пойдут наверх. А чё наверх? Ну, ладно. Давай, мех, удачи. Не гори на тиммейтов. Вообще, старайся негатив не вливать в чат. Даже если всё ужасно идет. Так вообще делу не поможет. Так, все. Давайте смотреть. Сносят пока, в принципе, окей. Ну, тут, конечно, надо было по кувалде дать лазер. Да, что-то как-то быстро робот закончился. Ты прям гореть прянусь уж. Ну, если какая-нибудь Мэй будет гребаная, какой-нибудь там, я не знаю. Ну... Героя мне... гореть я вряд ли буду. Просто будут герои либо мне интересны, либо неинтересны. Прям гореть. Хз. Вряд ли. А Джоанна-то нормально агрессирует здесь. Погодите, а как Леонардо сдох? Что за дела вообще? Ну-ка еще раз. Так, 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 так. Давайте посмотрим, как облажался лев. Так. Эх, Половинкин. Что, империи? Что, в смысле империи? Что? Чё? Стоп, стоп, что пасти? Что, что? Карбота чекай? Что? Так, погоди, YouTube, YouTube, YouTube. Сейчас, секунду, секунду, секунду. В смысле, как, в смысле карбот? Карбот заанонсил героя, в смысле, или чё? Он героя заанонсил? Так, о, вот у меня оповещение. Heroes Carbot. Да вы гоните. Да ладно, ну погодите. It'd be cool if... Так это концепт, блин. В смысле, да, ребята, это концепт. It'd be cool if... Hey guys, it's me, it's your best friend, it's Carbot. That's me, it's your best friend. Да, прикольно, конечно. Ну да, сейчас запущу, но это тизер, походу. Так я это уже опубликовал, Никита, в ЛС пишет. Ну, это-то я опубликую, да, давайте. It... Так, сейчас, сек. Пускай будет все отправить. Так, давайте смотреть дальше. Ну вот, отвлекся немного. Почти убили White Main, но White Main крепче любого танка, поэтому она не умирает. Стоп, красавчик? На Зиба еще сдох? Что они там вообще творят? Понятно. Ой,
Ой-ой-ой, как хорошо. Горош, тигр. 24 на 7, тигр? Так, хорошо. Феникс пока в кустах. Горош. Хули, Леонардо, что у тебя стакается молния? Это 9 стаков есть. Тут у тебя оружие водоворота 3. Ну, допустим. Взял прилив маны. Леонардо, а ты качаешь оружие водоворота, потому что я качаю? Или потому что ты считаешь, что это более удобный для тебя талант, и я здесь вообще ни при чем? Ой, нормально сбил, кстати. Блин, хорош у вас, хорошо отыгрывает. Ну, тигр — это как похвала, типа, красавчик. Вот. Не конкретно про животное какое-то. Я не имел в виду, что горош из семейства кошачьих именно. Так, Назиба... Да. Ну, он создает space. Space created. Создает пространство. Отвлекает внимание противника. Ну, такой. Билд на трал, я сам придумал для тебя. Ну, хорошо. Допустим, поверил. Ладно, ладно, просто рокот. Так. Что-то они... Погодите. И тут я начал подозревать, что это не горош красавчик, а противникам вообще насрать на происходящее. И они просто тупо отдаются. Да не, бред какой-то. Ладно, давайте дальше смотреть. Минус кувалда. Так, наверху никого. Тут пушится линия. Надо, да, убрать этих наемников. Объект сейчас уже будет активен. Так, синие забирают турельку. Готовятся к атаке. Турель забрали, аптечку еще можно. Горош готов принимать здесь. Говорит Вайтмейн. Подкинули Джоану. Она отошла. Спасибо за подписку на канал. Добро пожаловать на лучшие стримы по Heroes of the Storm, господин художник. Так, оба, стан. Хорошо, тут Дикарда подловил. Ну, старается. Горош, умница вообще. Смотрите, как он пробил. Оба, неплохо закомбили. Вот он, АОЕ дэмэдж под АОЕ контроль. Джоана, станчик. Потрал. Куда ты убегаешь, Леонардо? Ты, файт идет. Че ты там убежал-то? Файт ты еще не закончился. Ты убегаешь. Ой, Феникс, как же он... Накидывает здесь. Горош крутилку взял. И сова такая. Так, кто-то здесь говорит про Вайтмейн. Ребята, я в этом шарю. Жуана заканчивается. Так. Куда, Леонардо? Да, он горош аж перекинул. Говорит, куда ты, братиш? Отойди. Ты, кстати, взял здесь раскол? Ну да, наверное, раскол здесь лучше. Мне тоже раскол здесь больше нравится. Кувалда готова. Так, кто этот империя? Империя — это герой из Диабло. Ангел. Там по Дикарду. Хорошо, Дикарда сбрили. Феникс прицеливается, убеждается в том, что нормально прицелиться не смог, ведь все в стазисе. Потом еще и поспали. Ну, ужасно синие отыгрывают, ужасно. Ну, Леонардо, опять ты мне скинул игру, где вы раскатываете в хламилы каких-то, ну, пас.
Оп, Вайтмен живет, ну, Горош старается, вот ничего не скажешь. Видно, что этот чувак пойдет в алмаз, потому что он всю команду старается тащить на себе. А Леонардо, он такой, он типа в его тени пытается что-то сделать. Ну, это бывает такое. Так, минус Джоан. Дар Северного Волка качает. Не, ну, не такое, конечно. Просто тут... Нужны ли реально Леонардо какие-то советы на... Не знаю, посмотрим. Давайте смотреть дальше. Может, тут они сольют еще неожиданно для нас. Не, ну в смысле, игры низких рангов — это самое интересное, мне кажется. Так, ульта хорошая, кстати. Привет, обзор платины. У меня в серебре похожая игра, а награды в конце сезона разные. Ну мы только что смотрели игру в серебре, если что. И да, не сильно отличалось, правда. Так, хорошо, прицелился, пошел обстрел. Красавчик, кучу урона получил. Отходит назад. Зера, вместо того, чтобы по красавчику дать, все-таки кидает на Зиву. Почему красная команда не подбирает бутылочку Дикарда? А зачем? А, нет, красный-то и не может их подобрать. Если что. Так, взрыв пошел. Ну, такое, что-то как-то... Пока что игроки сражаются как импотенты. Купол в Гороша. Горошу уже так боятся, что купол на него тратит. Так, Феникс отходит назад. Привет! Ригар, хороший пик для... случайно? Кадиш, я просто хотел нажать на паузу. Привет, Ригар, хороший пик для соло-суппорт игр или другие саппорты намного лучше для игры в соло-саппорт? Спасибо. Да не, нормально, конечно, Ригар хорош. Главное, чтобы ты все юзал по КД, нормально щит молнии кидал на танка, когда надо, на милишников, чтобы вносить хороший урон, знал, когда сделать кусь через Зэшку, вот, тотем не забывал заюзать, и желательно так, чтобы его сразу не уничтожили, и, естественно, хилишь кого надо. Ригар нормально отхиливает, сейчас является таким играбельным вполне саппортом. Его особо не нерфили, ему понерфили ульту, одно исцеление предков, но подняли базовый хил, так что он вполне себе хорош сейчас. Ну, он и навалять может на самом деле. И сам. Ну, главное, чтобы ты не танчил слишком так. В курсе завтра турик или 13-го, если знаешь, где ты делаешь скиба. У меня никаких турниров нет, так что... Без понятия. Давайте дальше смотреть. Вот он, собственно, этот файт. Сейчас будет купол на... Ну, Зера, наверное, нескольких героев хотел за... Да. В итоге в одного кинул. Спасибо, понравилась динамика игры на Ригаре. Декард Кенкопа не скучноват. Ну, Декарда хороший контроль зато. Тут такое, у каждого свои плюсы и минусы. У Декарда, например, главный плюс — это контроль всей команды противника, там, за счет замедления рутов. Он сейчас очень даже полезен. Под любой магический прокаст прям шикарно заходит. Давайте дальше смотреть. Конечно, много вопросов, я пытаюсь на все ответить. Так, Леонардо дает цепную молнию. Но пока что они не решаются зайти. Ну, синих просто не подпускают, да, уничтожают крипов, и в итоге красные не могут зайти бить форт. Так, Зерату в кустах ныкайся. А лучше бы бил, кстати, вместо того, чтобы убегать, ну ладно. Урона ведь не так много на самом деле у них.
Снова кувалда закидывает ульту. Ну, по одному горошу. На низу кувалда. Что, не мог отойти в сторону? Ой, какие руты! Ой, какие руты! Ой, какая боль! Какая боль! И минус зеро. Что по Танюше? Ну, давайте глянем, сколько там Танюши настакал трал. 21. Нормально уже, нормально. Тут. К успеху скоро придет. Кстати, да, Леонардо еще не юзал раскол. Вот тут вот хорошо бы, да. Проюзал, но... Волк. Да, у тебя гром и молния. Ну, раз через Танюшу пошел, то окей. Так, минус форт. Сержант. Уходит. А мог бы подкинуть тут, красавчик, но зафейлил. Красавчик вообще так себе играет вообще. О-о-о! Ух, что-то талант на откидывание. В крипа дает здесь сингулярный шип зера, в итоге юзает ульту. Стоп, что это с горошем было? Он был в вузах или нет? Я так и не понял. Смотрите. Погодите. Не, он не был в вузах, правильно? Он в руты просто попал. Да, все правильно. Да, он в руты просто попал. Так, руты. Окей. Давайте смотреть, что будет делать трал. У него есть раскол. Так, пошла молния. Замедлил. Так. Раскрутил. Снова зэшка. На низу кувалда. Кувалде вообще плевать на все, что происходит. Он принципиально. Вот игрок на кувалде принципиально не юзает маунт, вообще ничего не делает. Он считает, что можно просто сидеть и стрелять. А если противник идет тебя убивать, ну, бейся до конца. Не пытайся уйти вообще. Минус кувалда. Ну да, да, конечно, вовремя он оклемался. Его там пинали уже всей командой. Алый Орден защитит нас. Феникс. Хорошо, ну наконец-то раскол. Конечно, очень долго ждет Леонардо, чтобы дать раскол. Минус Феникс. Джоанна здесь, соответственно, тоже умрет. Ее никуда не отпустят. Трал, вернее, Зератул уже на миде. Ну, нельзя тут драться. Декарт здесь остался зря. Он уже должен был понимать к этому моменту, что ничего здесь не сделает. Но он здесь остался. В итоге еще одного героя забирают. Это минус 4. И красные, конечно, должны пушить сейчас низ. Кто-то может пойти сломать форт на миде. Назиба, я надеюсь, здесь не обосрется. В итоге форт забирают. Идем дальше. Так, синий пока все еще в таверне. Назиба решил пойти наверх задефить. Ну ладно. Я бы все-таки лучше в миде остался и попробовал бы снести. Ну, Зератул вряд ли что-то в соло сделает Назиба. Конечно, может, если постарается. Но если Назиба правильно все сделает, то Зератулу не достанет, мне кажется. Декард скученный. Синка только... Расклассик, конечно, парация идеи, это убили, все прекрасно. Жал, падал. Ну, бывает и такое. Че уж поделать. Так, Феникса забрали, отлично. Так, Леонардо. Да, шедевральный обзор легчайших одноколичных игр. Это самое то. Мое самое любимое. Так, в руты здесь не попал, хорошо заевейзил. Раскрутил молоточек. Надо бить, надо бить. Бей на автоатаке. Просто через А и на область. Так будет проще.
Время для кувалды остановилось, но сейчас она приземлится. Бу. Найс. Зера все еще не понимает, что он здесь делает. Декарт пытается уйти. Ну, раскол. Ну, окей, пойдет. Ради этого я скидывал обзор. Я понимаю, бля, половинки. Это да. Еее, раки. Как мы их нагнули. Классная игра, классная игра. Ну, тут вообще Горош, наверное, красавчик. Мне нравится, как Горош отыграл. Хотя синие они вообще не старались. Так, прицел пошел, пошел обстрел, Леонардо. Оп, 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 хорошо, нормально. Вовремя среагировал. То, что Зера сел в лужу. Не ради комета с кувалдой. Ради комета с кувалдой? Не, кувалда, конечно, это ужас вообще. А ради момента, комента, говорю, момент с кувалдой. Ну что, успеваем мы глянуть? Да. Успеваем, вполне. Так. Господи. Давайте. Давайте, может, второй раз посмотрим матч половинки. Как он? Ну, он нормально отыграл. Я не могу ему что-то посоветовать. На трале все окей у него. Надо играть на трале. Если он понимает. Единственное, что мне не понравилось, то, что он очень долго жмет ульту. Можно пораньше ее давать как-то. Хотя тут вообще вам всю игру сделал Горош один в соло. Так, давайте дальше.